было 2 недели назад, что окажешься здесь и будешь давать интервью? Честно, нет. Я надеялась, мечтала хотя бы в пятерку попасть, в десятку. Я не знала, что это получится, но мечтала об этом. Больше 15 лет каждую зиму в Пермский край съезжаются те, кто мечтает стать чемпионом. Здесь проводятся открытые всероссийские детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне». В январе 2021 года участниками соревнований стали почти 150 мальчиков и девочек со всей России, от Карелии и Санкт-Петербурга до Магадана и Сахалина, а также юные летающие лыжники из Республики Беларусь. Городами, которые принимали соревнования, стали Березники, Пермь и Чайковский. Первый этап рождественского турне стартовал в Пермском крае. Открытые всероссийские соревнования для самых южных летающих лыжников принимает город Березники. Спортсменам от 8 до 13 лет, более 100 участников со всей России и соседней Беларуси. Выступают они в разных категориях. Трамплины для старшей группы мощнее, чем для младшей. Второй год подряд турнир получает поддержку фонда президентских грантов. А финальный этап соревнований становится официальным стартом Международной федерации лыжных видов спорта. Честно сказать, да. Ну, потому что борьба очень жесткая была. Да-да. В 2021 году соревнования летающих лыжников прошли в серьезной конкурентной борьбе. Но чемпионы особенные. Они способны на совершенно невероятные вещи. Главным талантом спортивных звезд является трудолюбие. Трудолюбие, которое приводит к победам. Рождественское турне началось в 2006 году благодаря энтузиастам из Пермского края. И за полтора десятка лет через этот детский турнир прошли те, кто сейчас защищает честь страны на больших международных соревнованиях. И когда я бросила гимнастику, мы с мамой стали выбирать спорт и нашли лыжное двоеборье. Второй год подряд организаторы проводят турнир и подготовку к нему с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Благодаря средствам гранта новые комплекты экипировки отправляются в города края. В 2021 году лыжи, шлемы, крепления, ботинки и комбинезоны для будущих чемпионов отправились в Березники и Пермь. Всегда мы хотим, чтобы осталось какое-то наследие. И очень приятно, что фонд президентских грантов позволяет нам это наследие сделать. И уже второй год мы передаем комплекты детского инвентаря по итогам детских соревнований спортивную школу Пермского края. Это сложный технический вид спорта, но он еще к тому же еще и очень дорогой. И не всегда на местах есть возможность обновлять этот спортивный инвентарь. Данный подарок, конечно же, он очень важен для отделения прыжков на лыжах с трамплином и двоеборья в городе Березники. Детские соревнования могут позволить спортсмену подготовиться психологически к мероприятию и вообще к взрослой спортивной жизни, потому что понимание, что он может, что он лучший, это окрыляет, безусловно. Но если говорить о прыжках на лыжах с трамплина, то сам по себе вид спорта крылатый. Я была в сборной команде страны, была участница Олимпийских игр 2018 года, а теперь я работаю детским тренером. К нам поступил новый инвентарь для детей. Это очень радостно.
Когда я начинала, такого инвентаря не было. Я надеюсь, у нас появится очень много детей, и они будут также принимать участие в международных соревнованиях. Второй год подряд организаторы проводят и соревнования для самых маленьких летающих лыжников. «Рождественская снежинка» – для тех, кто делает в спорте самые первые шаги. Каждый год организаторы рождественского турне стараются добавить что-то новое и запоминающееся. Ведь чемпион – это не только тот, кто становится первым в спорте. Чемпион – личность гармоничная и разносторонне развитая. В январе 2021-го в Березняках участники и тренеры познакомились с музеем компании «Уралкалий», узнали, что такое пермский геологический период и как добывается соль. А в Чайковском стали участниками увлекательных мастер-классов по мобильной фотографии и рисованию. Ребята немножко изголодались по творчеству, это видно, что, видимо, все время спорт, и поэтому они с большим энтузиазмом хватаются за краски, за кисти и очень красочно выражают свой прыжок. Кто-то летит в космосе, кто-то летит в горах, а кто-то над лесом. Все очень любят и прыжки, и это ярко выражают на холсте. Рисую я летающего лыжника, который побивает новый рекорд. Спортсменки сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Анна Шпынева и Софья Тихонова, участницы Олимпийских игр, победители и призеры международных турниров, тоже когда-то начинали с побед на рождественском турне. А в день отдыха отвечали на вопросы будущих чемпионов, рассказывали о том, как пришли к успеху, принимали участие в большом чаепитии и вручали подарки. Из-за пандемии части проектов приходится переселяться в цифровой мир. Тоже можно общаться и делиться опытом. Частью семинара для тренеров на рождественском турне стал разбор полетов онлайн, где судья ФИС Григорий Захаров из Санкт-Петербурга провел большой урок для детских тренеров. Типичные ошибки, которые допускают молодые спортсмены, могут перейти во взрослый спорт. Чтобы ошибок было меньше, а тренерам было над чем работать в дальнейшем, и был разработан этот видеопроект. На самом деле это очень интересно, потому что большинство из нас правильно не могут судить даже на региональных соревнованиях. Поэтому мы будем все учитывать, использовать, исправлять все ошибки, которые продемонстрировали сегодня на экране. Партнером рождественского турне 2021 стала социальная сеть ВКонтакте. Здесь проходила прямая трансляция соревнований и церемонии награждения победителей. Ведущей прямых эфиров и дневников турне стала Алиса Вараксина, призер соревнований прошлого года. Эти мальчики и девочки, которые 2010-2011 года, они, я считаю, что они молодцы. Они начали прыгать не так давно, по-моему, но прыгают уже хорошо. Финал соревнований из Чайковского в прямом эфире показал большой эфир триколора. Также соревнования в старшей группе транслировались на сайте Международной федерации лыжных видов спорта, поскольку эти соревнования второй год подряд являются официальными соревнованиями ФИС. Что тебе запомнилось больше всего из таких путешествий по Пермскому краю? Медальки. Класс. В Пермском крае завершилось рождественское турне, открытые всероссийские детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу в общем зачете в младшей возрастной группе праздновали Екатерина Наумова и Матвей Хатько. В старшей группе Алина Иванова и Константин Краев. В итоговом общекомандном зачете рождественского турне 2021 третье место досталось сборной Пермского края. Второе заняли спортсмены из Республики Башкортостан. Победу одержала команда Санкт-Петербурга. Все важные черты характера выдающиеся спортсмены вырабатывают еще в детстве. Они отличаются особенными данными –
самоконтролем, напористостью, умением сотрудничать, способностью к постоянному контролю над ситуацией, трудолюбием. Какая у тебя спортивная мечта? Попасть в сборную России и на Олимпийские игры. Я очень хочу в сборную. Войти в большой спорт и стать олимпийским чемпионом. Моя мечта — попасть на Олимпийские игры.